20 до 30 лет, вот период, вот 10 лет, человек отдает себя на зарабатывание бабок, где он приходит, что-то делает на работе, получает зарплату, бонусы там и так далее. Все это одно и то же, одно и то же. А 10 лет – это самый лучший в жизни 10 лет, 23, с 20 до 30. Амбиции у корпоратов написать про них роман есть, мне кажется, у каждого. Историю, пьесу, кино снять. Мысли о том, что он не справку 77-Б оформляет. Нет. Uh-huh. Он вообще-то там помогает людям в жизненно важных вопросах. Но люди как будто об этом забывают за всей этой рутиной. Что это сделать, получается, все... проект состоял из двух важных частей. Первое – это исследование, которое само по себе несло терапевтическую какое-то свойство для людей, которые начали осознавать, что их работа не только функционализм, а имеет влияние. А второе – это уже писательские озарения, когда ты из этого собрал историю. С вами свяжемся. А чтобы вам было интересно, я сейчас Рагима попрошу прочитать абзац этого текста. Ну, как ты? Как автор пришел и не прочитать? Прочитай, чтобы у людей слюнки потекли. История только тогда работает, когда она живая. Живая история только тогда, когда человек может чувствовать сопричастность к героям. Сопричастность чувствуется только тогда, когда герои не идеальные.